Let's go. Короче, мы закончили Resident Evil на битве с мерзким боссом, который нам дает по мордас. Как маленькой девочке. Хотя я умею играть в эту игру. Нам только дробовики пригодятся в этой ситуации. Более активно надо использовать замораживающие эти бочонки. Кто-то бежит за нами. Отлично. То есть снизу это нижние шифты, сверху это верхние шифты. Нет, с обоих оба могут быть шифта быть. Давай. 4 минуты мне надо, значит, успеть выжить. Ай! Не успел выжить. Давай. Я вроде должен подойти к двери, он тогда пробьет ее, что ли, ничего. Да. Так. Он хочет нас убить. Успел. Давай. Угу, отлично. Переворачиваем, замораживаем этого господина и стреляем. Что у меня с геймпадом? Все, он нам сейчас будет давать люлей. Но дверь открылась, отлично. Отступаем. Насколько быстро мы можем отступать. И дотаскиваем до следующего. Отличненько. Давай. Все, погнали дальше. Там был еще как минимум один. Так, все, пора съесть. Здоровье съесть. Давай. Вообще, что ли, бессмертный? Он, по-моему, бессмертный. Отступаем. Не стой в двери. Так, есть ли у нас еще какие-то места, где... Ага, вот еще один бочонок. Ну давай. Давай.
быстро. Так. Здоровье восстановить надо. Короче, у меня есть подозрение, что он бессмертный. Потому что иначе бы как? Просто убегаем от него в одну сторону. Кидаем какую-нибудь гранату. Не подсадится, что ли, поэтому все включит. Еще наушники садятся. Это важнее. Угу. Так, гранатку возьмем. Блин. Так, быстро здоровье какого-то где-нибудь. А нет, здоровья. Окей. У меня кранты. Все, меня убили. Окей. Окей. Так, что я сделал неправильно? Возможно, надо всаживать в него другие немного обоим. Не из дробовика. Возможно, у него вообще нет смысла всаживать обоймы. Просто надо быть очень аккуратненьким. И весело отпрыгивать от него. Как дальше-то, если ты... Так, голова у него... Понятно. Убили. Я не люблю этих врагов с практически безлимитными хипами, от которых надо больше убегать. Не для этого столько оружия и запас.
Так, понятно. Значит, когда от нас бегает, он постоянно останавливается, чтобы нас кусмануть. Здоровится. Он здесь? Да его здесь нет, я потратил. Давай подходи, подойди пока. Отступаем. Короче, походу ничего это не дает, нам просто надо его бить. Тут же нет. Ага, по два начал. Уничтожено. Прекрасно. Это было не тривиально. И совершенно случайно приехал лифт. Сразу после смерти этого чувака. Ладно, поздравляю, мы закончили. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Нормально. 500 врагов уже. 100 убили меня 32 раза. Welcome, stranger. Луис Мема 2.
Welcome. Got some rare things on sale, Strength. What are you buying? What are you selling? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Is that not enough cash, stranger? Come back any time. Welcome. Из этого оружия я могу гораздо эффективнее стрелять, да? Получается. Отлично. Отлично. Thank you.
все. Короче, похоже, что я все сделал, да? Короче, это оружие гораздо приятнее. Нормас. Спасибо, Стрэнджер. Почему, кстати, мне вот это оружие дают, когда я... А, мы все еще в этой локации, да? Типа не куда-то далеко ушли. О, старый добрый Успероспирасос. Минус. Вагонетка. Видимо, сейчас будет реакция какая-то. Я могу это выстрелить? Нет. Так, у меня есть снайп. А, собственно, зачем мне снайп? Они же все не опасные. И главное, чтобы они меня не окружили. Так, раз-раз, звук есть, продолжаем. Так, что мне сделать? С одной стороны, я могу их всех сверху снять, но тогда я не соберу с них прайзы. А с другой стороны, их снизу немного. О! Проблема решена сама собой. Они умеют залазить на лестнице. Давайте, подходите. Меня хватит патронов на всех. Тем более вы же ложки. А чё? Ну давайте, дорогие вы мои. Минус. А, вы еще с бомбами, да? Ну отлично, вы сами себя убьете. А мне только от вас забрать все будет. Надеюсь, вы от этого... Как же я по вам скучал. Бестолковые ребятки. Так, дробовичок, который мне пока тут не нужен. Какая-то хренота. Допустим. Окей. Взрывчатка.
давай еще раз. То есть мне надо взорвать этот, видимо, болдер. А, вот сюда, может, я могу зайти зачем-то, дать? Нет? Нет. Ну вот ты же сам сейчас... Ну, я тебя взорвал формально. Если бы ты ко мне не полез бы... Мне награда за такие простые ложки за сложного босса. Кто еще? А еще? Спрыгивает откуда-то сверху? Непонятно откуда. Возможно, это был не пазл. Возможно, мне просто надо было по частям включить две. О, здравствуйте, мистер Бензопила. Ну, мы с вами вообще давно не виделись. Я сильно подрос с тех пор. И у меня есть дробовик. А у тебя есть только бензопила. Ху-ху-ху-ху. До свидания. До свидания, ребята. Вы все абсолютно слабы передо мной. Даже... Так, дробовичок. Ай, ну вот это тоже сойдет, да? Ну ладно, пора дробовичок достать. Все. Жалко на вас даже патроны переводить. Так, а теперь что? Динамит кладем. Отступаем. Да, у меня патроны для пистолета кончаются, жалко. Оу. Обычно в таких помещениях боссы еще одни. В круглых и горячих. Но ведь я только что убил босса. Скажете вы. И я так тоже скажу. Ага, это я, видимо, отвлекающий маневр.
использовать. Да. Так, я могу выйти, наверное, и войти, и у меня сохранятся патроны. Вот там выход. Ну, видимо, надо нажать на эту кнопку. Ага, понятно. То есть я завлекаю его туда, перепрыгиваю на эту и нажимаю на эту кнопку. Возможно, один раз. Здорово! Здорово, второй! Господи, почему вас так много? Так. Так, ее точно надо закрыть. Она сама закроется. Так, она закрылась, отлично. Не тратим даже патроны на них. Они же ничем не кидаются. Ага, понятно. Минус. Ну, это фигня. Так, пока убегаем. Ой, это неожиданно было. Меня убили. Ну, логика понятна. Не подходить к этой хрени. Так, я вернулся. Ой, как громко. Так, главное не подходить близко к... А, он вылезет, что ли? Надеюсь, что нет. А второго, видимо, убить, что ли, придется? Классическими способами. Видимо, да. А, нет, не придется. Не получится. Так, давай снайперки, может быть, у нее много патронов и у нее большая мощь. Thank you.
Не самый веселый босс, я вам скажу. Все патроны на вас потрачу. Они же мне нужны, просто как память. Ой, зря я так сделал, зря я так сделал. Не перезаряжаемся. Странно, конечно, зачем типа сделать два набора боссов подряд? Да вообще типа не хочется особо разнообразие делать. Так, дробовичок берем. По пипильке его стрелять. Тоже неплохо, кстати. Не знаю, сколько большой дамаж у этого джакала. Блин, интересно, если бы у меня все патроны кончились, что бы я делал бы? Нет, патронов много. А, их, может быть, надо было двоих как-то провалить? Наверное, было бы непросто. Блин. Как ты задолбал.
То есть я отменяю фреймы и могу перезаряжаться так быстрее, да? Это не самая плохая идея. Как он ответственно ждет, чтобы я взобрался. Так, у меня осталось 9.15. Короче, у меня немного патронов-то осталось целых. А, я, может, могу уйти? На нее, наверное, какой-нибудь приз вывалится. Так, давай, сейчас прям стреляем очень тщательно. О, все, убито. И приз с него. 15 тысяч золота. Не самый большой приз. Патронов я потратил точно больше. Что-то не осталось. Жалко. А, гранатами в него еще можно было. Все время забываю. Гранат-то у меня полно. Что за звук летучих мышей? А, тараканы. Здрасте. Ну что, давайте кто-нибудь подлетайте. Блин. Не самый хитрый мой план. Блин. Это бесконечное, что ли? Походу, у меня есть подозрение, что вы бесконечные, да? Ага. Отбиваемся неплохо. Так.
Так, здоровиться нам нужно. Никаких передышек вообще, а? Так, красные эти. Отлично. Сейчас, наверное, опять будет толпа их. Прикольно. Целую дверь расплавили. Пригодится больше вот это. Так, здоровиться съесть. Ха-ха-ха! Не успел? Я успел. Ну, из вас под полным патронов выпадает, это хотя бы большой плюс.
Все понятно. Ну, блин, еще этого не хватало прямо сейчас. Меня что-нибудь раздавило. Это вот прям так необходимо. Часть игры. Успеть пробежать. И меня убило. Я понять не имею, что я сделал не так. И я не сохранился, да ведь? Тут не было же сохранения. А, было, ладно, слава богу. Спасибо за хорошо расставленное сохранение. Среднюю, что ли, надо приостановиться? Нет. Средним останавливаться тоже нельзя. Чуть не доглядел. Не выглядит, что я не доглядел. А, вон какой-то рычаг слева, блин. Точно. А, центральная перестала двигаться, да? Понятно. Ладно, тогда это manageable. Просто так выехали из... Letter from Ada. Welcome. Что у вас по товару? Got some rare things on. What are you buying? Я могу купить, наверное, страйкер уже пора. Тоже место под него есть. И... Thank you. Come back. Anytime. Видимо, это стоит дорого. Попробуем сейчас забарыжить.
What are you buying? What are you selling? Is that all? Is that... Thank you. 48 тысяч, нормально. What are you buying? Mm-hmm. Так, firing speed мы не увеличим, reload capacity. Во-первых, firepower. Thank you. Надо купить к ТП сток. А, значит, надо продать дробовик. С 90 тысяч нормально. Купить сток. За 4 тысячи всего. Что же его раньше не купил? И заапгрейдить. А Блэктейл я еще могу заапгрейдить? О, отлично. Thank you. What are you buying? What are you buying? Thank you. Да, стреляет он медленно теперь. Ну ладно. Зачем мне это показали? Что это? Значит, под тревожную музыку. Здравствуй, враг, я к тебе приду со спины. Жалко, это не стелс. Может, пинка получите дать, нет? А это ты ко мне подошел к спины? Это было неожиданно, да? Как же вас кайфово убивать? Вы же настолько ложки по сравнению с тем, кого я уже убивал. Че, гранат какие-нибудь вас? Давай попробуем. Или обычные гранаты, какие у нас есть еще? Лол. Изян. Одна граната, 6 трупов. Бочечка. О. А, видимо, в этом была суть. Я должен был сверху их, наверное. Чтобы было еще проще.
А дверь у нас закрыта, да, это? Не мудрено. И не хитро. Не люблю я эти ваши подземелья. Новая часть подземелья. О! Ничего, в ящике? Как такое может быть? Так, тут обычные пацаны с бомбами, да? Так, они могут меня с двух сторон заходить. Ага, и капканы. А, пацан с бензопилой. Пацан с бензопилой, я к тебе готов. У меня новый дробовик. Давай, давай. Я тебя слушаю. Внимательно слушаю. Сен Пикадильо. Звуки бензопилы. Я вас слышу. Лично какая-то дорогая штука. Тот секретик, да? Отлично. Так, мне надо на ту половину отпереть. Забавно, что вы меня, видимо, пытаетесь этим звуком было напугать. Мне должно было быть страшно. Капканов мне точно... Блин, заболтался. Давай, ты сам-то в капкан не попади. Серьезно, ты их обходишь? А, я же могу капкана триггерить. А. Забыл я искусство. Ты, видимо, должен был спрыгнуть, да? У тебя не получилось.
Дед, ты-то куда полез? Ну что, все что ли решили полезть? Какой жук? Ну все, время моего дробовика. Красная мне все еще нужна. Можно с зеленых тройное восстановление сделать, наверное. Все, все залезли. А, ее можно было сбросить. Окей. А, блин, дурак! Это было лоховски. Это прям было очень по-лоховски. Ну ладно. Учтем эту критику.
Так, дробовичок, чтобы этого чувачка замочить, как обычно. Тут можно и гранатку воспользоваться. У них всегда по 10 тысяч песо, это хороший приз. Как вот стрелять, чтобы они загорались? Все. Интересно, какая была первая игра, где, когда убивал всех врагов на локации, музыка становилась спокойной? У меня такой информации я не знаю. Давайте оружие основное поближе положим. Переключаться было не так сложно. Все тут. Угу, вижу. Давай, давай, быстренько. Ага, еще и это. Так. Вот этих я не видел. Пауков. Дурацких. Абсолютно дурацкие пауки. Бинго. They got a bingo. По-любому здесь где-то змея должна быть. Так, что тут у нас длинная, видимо, поездка на вагонетке будет.
Или вообще не поездка ни на чем. Немного нетки. У меня почти кончились патроны. По одному пути ездим, там не было разветвления. Ну, это не самая скучная часть игры, однозначно. Даже очень даже приятненько все играется. Возможно, я, убивая их быстро, не получаю достаточное количество ресурсов, но... Все, вот теперь это было... Ладно, это было весело. Залка, конечно, что все деньги мира я не смог собрать. Что какой-то артефакт. Окей. А, мы вышли вот тут, да? Угу, отлично. Понятно, тогда куда это вело? Конец главы. Точность 48.
что у нас тут, значит? Куда мы приплыли? А, обратно в замок. Это, кстати, где-то не были уже здесь. Ага. Выглядит, что там опять будет босс. Можно мне просто обычных врагов уже? Все они тоже были. Я заслуживаю только боссов теперь. А это, кстати, не то место, где будет огромный какой-то механический. А, вот, он буквально стоит огромный механический. Окей. Okay. Если правильно помню, кстати, было несложно. Пазлы, пазлики. Ай. Время дробовика, ребятки. Да что вы, меня все обижаете? Я же вас могу тоже обижать, и вам будет гораздо больнее. Чё, рука-то перестала двигаться, не ладно. А-а-а. Понятно. Даже волосы мне шевелятся.
меня по снайперке. Патроны есть, да? А, я просто убегать, походу, от него буду, вроде бы. Дробовичок, мой верный друг. Ах, вы жуки. Не умер. Удивительно. Ну все, убегаем от него. Да-да-да. Все это все, ты упал в пропасть, да? А слов-то был. Я помню, что он был несложный. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. Mr. Scott Kennedy. About to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual. It's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Оп. Успел, успел. Да, не зря я отложил. Забавная сцена. Так, что тут у нас? Кто тут по нам будет сейчас атаковать с тревожной музыкой? Невидимые, видимые. Ко всем сортам врагов я готов. Сундучок. К желтым я готов особенно.
Почему такая страшная музыка? Я же пока не вижу даже обычных врагов. Пошла жара. Ага. Кто по мне побьет? Блин. Кстати, не знал, что вот так на прогиб можно кидать, по-моему, когда ногу подстрелишь, надо этим пользоваться. Я не взял вот эту хрень, да? Она где-то ниже.
здесь? Нет, ниже, видимо, еще. Она где-то примерно вот здесь, да? Нет. Это вот здесь? Это вот здесь, да? Странно, что его труп остался. Видимо, надо смотреть. Я не знаю, где это взять. Ага, наверху, значит, я рано начал переживать. Это мне, значит, надо подняться выше все-таки. Очень важная часть. Так,
обычно в таких местах. Патронов вообще нет, да? Да. Да, патрончиков тут не осталось, крайне печально. По всем фронтам. Патронам по всем фронтам. А, ну я и поднялся, да? Ну хорошо. Хорошо. Высоко. Не надо отсюда падать, видимо. Большим монитором отлично ощущение высоты передается. Так. А, вот и секретик. А я вверху его искал. Хотел тебя стрельнуть, это было бы обидно. Welcome. Got some rare things on. What are you buying? Thank you. Not enough cash, stranger. What are you selling? Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all, stranger? Come back.
Видимо, эти штуки можно продать. Be time. What are you selling? Is that a... Thank you. Thank you. What are you buying? What are you buying? Что ли этот Broken Butterfly? Место под него вроде есть, патроны тоже не помешают. I see you have an eye for things. Guns not just about shooting. It's about reloading. You'll know what I'm talking about. Окей. Thank you. What are you buying? Thank you. Not enough. Кстати, ТМП было бы неплохо прокачать. А раны-то на руке у него уже нету. А, это один из этих чуваков, которого я убивал. Глазик. Глазик, по-видимому, будем стрелять. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Попробуем наш Магнум в деле. Ой. Понятно. То есть я просто очень хорошо стрелял. Давай тогда полить из вот этого по глазику. Как пропустить?
все, что ли? Отлично. Вот что значит было купить хорошую пушку вовремя. Лизяныч. Давай, давай, мне нужен секретик. Не секретик, а... Там, наверное, много денег. Давай бодренько. Наверное, 1025 дадут. С ней 50. 50, отлично. Я, наверное, должен был вот здесь бегать, уворачиваться от чего-то. Но я не стал. А, это они, видимо, поднялись по этой. Чё, я должен спрыгнуть? Как обычно, змея, блин. Кстати, могу ли что-то крутое с яйцами сделать? Ничего, походу. То есть, по идее, я их могу есть, видимо. А давай займемся этим. Кстати, неплохо встанут энергию-то. Давай начнем с простого. Продадим все. Гранаты мне особо не нужны. Хотя, с другой стороны. Ну сколько мне не нужны гранаты? Ну, световые гранаты, я думаю, точно не нужны. Одну можно оставить. Они не очень дорого стоят. What are you selling? What are you buying? Thank you. Thank you. Not enough cash, stranger. Эшли? Нет,
катер Дэшли, да? А Эда. Need a ride, handsome? Okay. Some business to take care of. See you later. Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Морпехи, помню, будут активнее стрелять, нет? Они очень резвые. О, господи. Я вспомнил, что здесь было плохо. Плохо.
короче, самая сложная часть с дробовиками, с пулеметами. Прям, скорее всего. А как туда попасть? Еще 50 врагов не выбежит тут. Убил! Только не говори, что у меня сейчас прям в самом начале. Если тогда я на этом заканчиваю точно. Нет, когда я открыл эту. Да, надо сохраниться тогда. Еще не сейф, да? Еще далеко не сейф.
сейчас, наверное, стопудово появится пулеметчик где-нибудь-то. Куда же без этого-то? Сейчас мы вас соснайпим. Серьезно? Ну ладно, значит не соснайпим. Сами разобрались друг с другом. Так, ладно, пора съесть бы восстановление здоровья, чтобы не последний. Отлично. Стопудово что-то будет нехорошее. Нет? А, понятно, я должен был, видимо, взорвать вот так. Окей. Потратил патрончики.
welcome. Got some rare things on. What are you selling? Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? Is that? Thank you. Блин. То есть еще больше. То есть продаем Broken Butterfly. Покупаем Killer 7. Не так много денег осталось. Ладно, понятно, как это работает. Все, короче, пора спать. Всем спасибо, всем пока.